Начать обучение нырянию я бы рекомендовала с прочтения теории. Если вы проходите очный курс с инструктором, здорово, если вы попросите у инструктора методички заранее и почитаете о том, что происходит с нашим организмом, когда мы ныряем, какие законы физически начинают на нас действовать, какие изменения происходят с организмом, если мы долго тренируемся, какие опасности нас поджидают и прочее. Это все станет большим и хорошим фундаментом для того, чтобы начинать применять знания на практике. Если вы собираетесь изучать это самостоятельно, то добро пожаловать на платформу нашей школы Orca School, где мы все подробно рассказываем о нырянии с задержкой дыхания и проверяем все знания так, чтобы никто без них не ушел. Но самое важное, для начала нужно понимать, что вы делаете, и только потом лезть в воду. И никогда не лезть в воду в одиночестве.